С самого утра эти мальчишки готовы гонять мяч на поле. Любовь к футболу у юных игроков быстро переросла в увлечение и сформировались дворовые и школьные команды. До полноценных профессиональных соревнований подросткам еще далеко, и пока что они с удовольствием участвуют в турнире «Лето с футбольным мячом». Это уже 11-й год, как мы проводим этот проект, ведем. Он свое рождение получил в Самарской области, сейчас это вышло уже на федеральный уровень. И в каждом регионе Российской Федерации проводят такие турниры. Ежегодно более 100 команд из разных районов города принимают участие в самарском турнире «Лето с футбольным мячом». По традиции, больше всего участников в промышленном районе, где сегодня прошел финал районного этапа соревнований. В разное время здесь набиралось от 30 до 80 любительских команд. В этом году 35. Девчонки от мальчишек не отстают и тоже с удовольствием участвуют в соревнованиях. Аналог соревнований первенства России. Сначала район, город, область, зона России. Но здесь только перескочили сразу на финальный этап. Вот сегодня непосредственно проходит финал в двух возрастных категориях. Это 2007-2009 год и 2010-2012 год. Играет команда «Спектр» и 45-я школа, и команда 149-я школа и технического лицея. Девочки мы уже финалы провели. Сегодня будет именно награждение их. Проходить награждение. Победители районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом» представят Самару на областных соревнованиях. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.